25 сентября в рамках всероссийских экологических мероприятий воспитанники и педагоги детско-юношеского центра «Чайка» провели уборку детской площадки, строящегося футбольного поля и территории самого центра в микрорайоне Марчикан. За моей спиной находится замечательная уже обновленная площадка, в общем-то, фактически созданная вместо старой обыкновенной коробки. В общем-то, ее превращают в идеальную, я уверен, баскетбольную, волейбольную, футбольную площадку, современную. И мы решили центром дополнительного образования «Чайка», воспитанниками центра, прибрать территорию вокруг площадки, ну, соответственно, облагородить ее, скажем так, своими усилиями, своими силами.